Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир, и я продолжаю проходить мод к Амнезии под названием In a Herbit. Итак, как вы помните, в предыдущей серии мы с вами словили баг, мы не могли пройти дальше, там появилась какая-то невидимая стена, которую мы просто не можем никак преодолеть. Итак, как видите, я уже собрал все заново и теперь готов попробовать пойти вон туда. Давай, 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 давай. Понятно. То есть самое главное все перелить, все эти компоненты в банку, и тогда мы можем пройти через этот токсичный дым. Видите, банк пропал теперь. Все. How come there are so many offices down here? My father implemented a backup facility. We call them modules. With the addition of the entrance in the hospital laboratories, there was greater risk that the facility would be found out by a curious child or an idiot janitor. So in case someone happened to cross the living areas and test labs, you'd be able to just continue your research at a different module. Exactly. But it came with a price. The further in you go, the tighter security becomes. We used to have biometric identifiers, but because we constantly rotate most of our staff out for new people, it became a hassle constantly having to reassign different people with scanners. So we implemented a keycard system instead. Red is the highest level, and can give you access to any room in the facility. Glad I have a red card then. Most of the modules are used for storage these days, so watch your step. It's easy to fall on loose cords or get jabbed with the corner of a box or a table. Итак, мы можем пойти влево или вправо. Ну-ка. Так, самое главное, чтобы Валерка не пришел. Так, что-то тут очень много разветвлений и прям что-то как мертвая тишина. Так, эта дверь закрыта. Ой-ой-ой. А что здесь произошло? Что здесь так много коробок? На всякий случай их скину, вдруг тут что-нибудь есть. Не, вроде бы ничего. Sounds like the door I just passed opened up. Открылись двери. Someone is looking out for me up there. То есть кто-то пришел. А кто? Валерка, наверное. Скорее всего. Для чего эта комната? Тут ничего же нету. Ладно, давайте пойдем посмотрим, кто там пришел. Так, открылись вот эти двери. А кто пришел-то, ё-моё? Эй, выходи! Так, тут двери закрыты. Шикарно. Блин, тут с вами нафиг запутаешься. Ага, отсюда, по-моему, мы как раз-таки пришли. Так, становится немножко ясно. Остался вот этот проход, по-моему. А, нет, еще что-то было. Ух, нифига себе, столовая. Какая огромная. Как раз таки, видимо, готовили еду. Так, найду-ка я здесь хоть что-нибудь полезное для себя, а? Кроме еды. Мне показалось или... А, не показалось. Как ни странно, тут ничего нету. Ладно, тогда идем обратно. Я вот... Помню, по-моему, тут где-то мы пропустили проход.
Так, тут закрыто. Нет, тогда остается единственный проход. А то есть вот этот. Как видите, тут открылись двери. Кто-то любезно нам открыл. Нифига. Это ж... Ого! Вы только не говорите, что я должен найти что-то среди этих книг. Офигеть. Так, что у нас с маслом? А с маслом все плохо. Хотя, в принципе, и без фонаря я неплохо даже вижу. Нет, вроде ничего среди книг нету. Давайте-ка вниз спустимся. Что это за место? Ага, письмо вижу. Не, все-таки я явно должен что-то найти. Что-то пока вообще не вижу ничего. Да, еще и... О! Фига себе. Так, а может тут еще какая-нибудь карточка есть? Я нашел синюю карточку. Ага. А от какой же двери эта карта? Так, по-моему... Вон там была дверь слева. Тут. That security panel looks like it's working. I don't know how many working ones I'll find, but I should keep a lookout for any. Ладно, женщина, не бубни, ну попробуем. И? О! Шикарно! Конечно, как-то двери странно открылись, особо анимации у них не было, но да ладно. Фу, довольно-таки легко. У нас все получилось прям удачно. Неужто ли мы теперь должны назад пойти с этой синей карточкой, открывать те двери, какие там были закрыты? Ну, если это так, ну это печаль, конечно. Так, а тут что, ничего что ли нету? Странно. Но действительно тут ничего нету. Так, ну-ка, подойдет ли сюда моя карта? Не, не подойдет. Ну хоть куда-нибудь-то, ё-моё. Не, в общем, бесполезно. Какие-то рабочие комнаты для двух человек. Я лежу, тут очень много таких комнат. Ага, можно послушать. Или нельзя? Не, нельзя. Жалко. Уже, гляньте, три компьютера стоят. Три рабочих места. Так, там что-то темно, вообще нифига не вижу я. Вслепую иду. У меня такое чувство, что я по кругу хожу. И все. Но я думаю, это не так. Или по кругу, муж прав, да? Не пойму. О, тут уже, гляньте, намного больше компьютеров. Четыре. Чё-то у меня есть такое предположение, я должен найти другую карточку. Так, все, это предел.
куда я смог прийти. Больше некуда идти. Твою налево, а? Да как это так? Она такая, что происходит именно, говорит. Все погасло, а потом ее сзади кто-то долбанул по голове. Походу, Валерка все-таки поймал нашу главную героиню, по голове ее ударил и погнал. Трали-вали-вали-вали, ну, мы поняли. Так, где это я? Он меня запер, падла, здесь. Ну, мы сейчас выберемся. I'm awake, I'm awake. What happened? What was that thing? Mm-hmm. Я вижу, вон. Можем пролезть. But he called my name. And he's talking coherently. He doesn't know what he's doing. He's dead, Caitlin. The parasite is unlike anything we've ever seen. It grows inside its host. На всякий случай проверю просто. Что? Простите. Slowly eats away at you, devouring everything. Коробки торчат. Хрена. He's a monster with Michael's thoughts and memories. That's horrible. How did he get that way? You don't remember. The cure we made, it backfired horribly. Cure Z1. Our first attempt with Cure Z, and the parasites grew stronger, more aggressive, turning them and the bodies they occupied into what Michael is in just minutes. Где я вообще нахожусь, непонятно. Oh my god. Michael. We can't do anything for him. Кто такой Майкл, я не знаю. Now please hurry. О, тут походу... Он нас все отобрал! Падла. Валер, ну, я, конечно, понимаю, но... А вещи-то зачем забирать? Теперь заново ищи эту карточку синюю. Что это с нами за женщина сейчас говорила? Я без понятия. Совершенно. Не знаю. Что? Это за... А, это от компьютеров такой свет. Слушай, а по-моему, нас вот тут поймали. По-моему, вот именно в этом помещении. Сколько компьютеров, а? So, why did you agree to work with my father, Alexander? As a scientist, you should... Так, кто хочет прочитать? No. I wanted the chance to study something foreign and unknown like the parasite was myself. И я так понимаю, теперь надо сбежать назад. Obviously that backfired. Yeah, well, I got to study it for a while. Then I was called here. Alexander suggested I choose to associate myself with you and your work. So you're only here because of Alexander? I'm here because of Alexander. But I stay because of you. Фух, так, все, погнали, теперь там надо двери пооткрывать все. Отлично, переместили. У нас, так, какие двери мы можем открыть? Вот эту, наверное.
Так, очень много коробок. О, можно попасть в ту комнату. Шикарно. The recording's going. There are several active needles on the tray besides Scott. Please try to give them a wide berth during testing. Live needles. As in active with the cell samples that we managed to collect. Well, yes. What else would they be live with? Those are invaluable samples. Each week you drag us into one of these experiments and waste. Я на всякий случай скидываю коробки, потому что вдруг что-нибудь спрятано. It takes hundreds of hours just to collect half a teaspoon worth of a sample. And in less than an hour, you manage to just throw it all away. Look, Jesse, it's hard on all of us collecting samples from the parasite, but if we don't test, then we can't get anywhere with a cure. Now can we get back to the experiment? Давайте пока что вот так сделаем. These test results are useless to Caitlin. What the fuck would you know? A shit ton more than you, asshole. Чего? Что-то между ними там явно нехорошее произошло. Так, а это послушать я не могу. Да ема, не застревай-то. Прям что-то нас резко начали пичкать маслом. То редко давали, а прям сейчас часто начали давать масло. Так. Осталось... По-моему, две... Тихо. Вон там, по-моему, вторая дверь еще была. А так, в принципе, мы все двери тут вроде бы пооткрывали. Так, и для чего я? Я сюда припёрся. Здесь совершенно ничего нет. Ладно, идем тогда в последнюю дверь. Блин, опять огромные и длинные коридоры. По-моему, тут были. Хотя, кто его знает, просто тут... Ого, это, скорее всего, переместит нас. Просто тут локации, они, ну, очень похожи все. Ты из-за этого думаешь, что был здесь. По-моему, нам... Надо идти туда. Где открыто было. Ну, на всякий случай попробуем. Ну нет, если он не горит, то он явно уже не, эта дверь не откроется. Так, попробуем, конечно, еще в другую сторону сходить. По-моему, еще есть куда идти. Посмотрим, что там. Потому что я хочу по максимуму тут все исследовать и убедиться, что здесь ничего нету. Все. Ничего тут нету. Ну, тогда уходим. Ugh, that's a smell. Чё-то много коробок, она про это, что ли, сказала? Действительно,
очень много. Так, ладно, сначала давайте все-таки вправо-то сходим. Все двери закрыты, открыть их нельзя. Вон ту дверь, я вижу, можно открыть. Так, ну-ка давай попробуем. Пока он там открывается, можно тут смотреться. Ну действительно, вот все вот комнаты и, в принципе, локации, они одинаковые. Вернее, не откроется. Они какие-то все однотипные, одинаковые. Опять этот чокнутый доктор, что ли? Пробалаболил, а я нифига не понял. Круто, чё. Так, погодите, а мы правильно идем? Да-да-да, правильно. Ага, вот эту дверь можно открыть. Вот эту тоже. Гляньте, они действительно все однотипные. И вот чем дальше я играю, тем вот все-таки сильнее меня разочаровывает эта модификация. Вот честно скажу. Вот еще дверь можно открыть. Или нельзя, погоди. Не, вот эти. Вот эту дверь можно. Вот эту нельзя, эту нет. И получается, мы сделали круг. Do you remember that one afternoon when we went window shopping downtown? And we saw that cute. Вот видите, это те коробки. Мы сейчас находимся с другой стороны просто. Так, вернемся тогда обратно. Ох, япона мать, я только теперь пойми, какую я дверь открыл. По-моему, вот эту. Тут зеленая карточка. Отлично. Понятно. А тут ключ. Видите, ключ. Замечательно.
А перед тем, как я возьму этот ключ... Хотя, давайте возьмем. Сейчас что-нибудь произойдет просто. Ну, по идее, должно что-то произойти. Так, теперь вот, наверное, вот сюда. Ага, именно зеленое. Письмо и все. Что-то она в себе там важное записала, но блин, я не знаю, куда использовать ключ. Может, сейчас, конечно, что-нибудь произойдет? И я пойму тогда, куда ключ. Так. Ugh, that's a smell. Назад давай. I can't go back. I need answers. Ugh, that's a smell. Ты что ты несешь какой-то? Я ничего, я не понимаю, что ты говоришь. Блин, а куда же тогда ключ использовать, а? И есть ли тут еще двери, которые я могу использовать на них карточку? Все-таки, которые вот не горят, скорее всего, на них нельзя использовать. И я пробовать даже не хочу. Да вот, попробуем вот сюда, допустим. Но нет, нельзя. Что-то я не пойму, а что делать-то, а? Значит, где-то я просрал, грубо говоря, скажем, дверь, на которую можно использовать карточку. А ключ от чего? Kind of Hatch. Или Hatch, не знаю. Не знаю, короче. Кинт. Кинг, если я бы сказал король. А кинт... Не знаю, как переводится. Куда ключ-то использовать, подскажи. Как бы она, наверное, мне уже подсказала, там в записке что-то написала. Себя. Но я-то этого не пойму. Вот мне приходится маму думать искать. Может, какой-то надо шкафчик найти, который надо вот использовать ключ. Назад она не хочет идти. Говорит, не, не пойду. Ну а что тогда делать, подруга? Вот что-то она говорит насчет вот этих коробок. Может, она имеет в виду, давай уберем их отсюда? Правда, слушай, а там... Там вон люк. Может, сюда и ключ надо? О, шикарно. Только коробки по-любому придется убрать, чтобы поднять этот люк. Да блин, залитый масло. Давай. Все, шикарно. Я уже думал, все, блин, беда. Не знаю, что делать. Все. Сдвинулись с места. Ярко-ранцетр. В какую-то канализацию попали. Фу, блин, подруга, ты с ума сошла, что ли? Сидел бы там, а? Нет, надо канализацию лезть. Так, а ходов-то много тут.
Трупиц нет у нас. Так, главное не запутаться. Значит, идем прямо. Ага, то есть можно пойти сюда. А, понятно, тут один проход. А когда я появился, мне казалось, тут как-то больше. Ну, как минимум три прохода. Тут всего лишь один. Ё-моё, как тут еще не затопило эту канализацию, а? Столько воды. Так, прямо или влево? Давай влево. Так, мне сейчас так масло кончится. Ну, без фонаря попробуем. Ну, в принципе, терпимо. Можем без фонаря бегать. Что я должен найти в этой канализации вообще? Хоть бы был тут тупик, а? Я же запутался уже. Там можно было прям пойти, а сейчас куда-то в другое место иду. Фига себе. Так, ну тут тупик будет. Или не будет? Какой-то лабиринт, блин. Тупик. В котором ничего нету полезного. Собака, ладно. Оставим пока что масло. Фу, так, конечно. Ну, нифига не видно. Лево еще куда-то. Чё-то мне кажется, я должен найти выход из этой канализации. Я вообще без понятия, где этот сраный выход. Ё-моё, ты что тут ходов, а? Так, вот тут я не был. Вот этих стен я не помню. А толку, что тут не было? Тут ничего нет. О, решетка. Дайте мне пилу. А, не, подождите, тут... Вот вообще решетку тут пробил. Право можно пойти, ё-моё. Ну тут, скорее всего, тупик. Попробуем пойти сейчас прямо. Влево что-то, ну, нафиг, я не понимаю. Всё. Масла нету. Тихо. Казалось явно, что кто-то по воде
шлепнул, скажем так. Выход, да? Наконец-таки! Ё-моё, сраный лабиринт, а? Ну, он какой-то, опять же, был не страшный, ё-моё. Ну хотя бы пугали бы, что ли. Потому что как дурак, хожу просто по лабиринтам. И всё. Так, влево или вправо? Да, влево. Ага, решетки. Да вы издеваетесь, что ли, а? Да, я думал, я выбрался из лабиринта. Нифига подобного. Ого. I wonder if that did anything. Короче, что-то мы включили или выключили, без понятия. Вода по-прежнему льется. Значит, воду мы не выключали. Так, тут решетка. Где-то, походу, должен быть еще один вентиль. Я уже сбился. Честно скажу, я уже не пойму, где был, где не был. Фига себе. Может, это на выход? Может, я назад иду? Как бы это не назад было, а? Ой, будет неприятно. Назад прийти. Я не понимаю, назад я пришел или нет? Ёперный ты театр, а! Назад! По-любому назад. Не, назад мне не надо. Я там еще не все обследовал, не все понял. Погодите, назад мне рано. Мне надо найти по-любому второй вентиль. Сейчас тогда пойдем вправо. Сначала мы пошли влево, значит, сейчас пойдем вправо. Не пойму. А, вот. Вправо. Тупик. Подожди, а тут слева было закрыто. Вот что я открыл. Открыл решетку. Так, мы пошли вправо. Там можно было пойти влево, не забываем. Чё-то вообще мне это не нравится, а. Давай назад, пойдем влево. Тут какие-то круги нарезают. Вернее, там просто перекресток. Я сейчас пойду и забуду. Где было, где не было. Так, вот влево. Тупик. Значит, идем сейчас на перекресток. Блин, ну нахрен такие вот лабиринты делать, а? Причем в том-то и дело, они скучные. Тут ходишь. Так, ну тут тупик. Меня радует. Так, попробуем вправо. Тупик. Так, надо прямо.
Так, сейчас справа тут. Тупик тоже. Иди твой налево. Гляньте, сколько они разветвлений сделали, чтобы специально игрока вот... Так, ну, вправо давай. Тупик. Нифига себе, я добрался до вентиля. Ты чё, э? Ну ладно, вроде мы что-то включили, он начал крутиться, бесовебить. Так, короче, мы где-то открыли еще одну дверь. А вот вспомнить бы где. Там, да, действительно была закрыта дверь. Но я не помню где. Чего? Она боится? Чего? Вроде вперед шла, ничего, а сейчас прям испугалась. Может, конечно, кто-то появился, это намек нам. Ой, блин, я запутался. Ёпту налево. А, не, все правильно, мы шли. А вот дальше не помню. Ой, она падает. Теряет сознание. Ты чё? Держись. Держись, подруга. Хорош, падает. Стой на ногах. Вперед шла, ничего, сейчас ей чуть плохо стало. Может, тут дверь открылась? Не, подождите. Это мы зашли сюда. А вот в другой стороне, получается, где-то открылась дверь. Может, где-то тут? Блин, надеюсь, я правильно иду, а? Лабиринт, блин. Да где же я открыл, а? Это на выход. Это ж на выход, да? Ну, давайте посмотрим. Ой, блин, я этот ненавижу лабиринт уже, ё-моё! Я устал по нему ходить, а? Он нудный, в том-то и дело. О, мы вышли. Фига себе. Почему звук воды? Тут не должен быть звук воды. Наконец-то мы вышли отсюда, из этого лабиринта. О, как приятно. Видеть стены какие-то. Фига себе, дверь из амнезии. Куда это мы попали? Да приди ты в себя! Мы уже все, не в канализации. Посмотри на свет. Глянь, как хорошо. Успокойся, все, тихо. Тихо. Мы дома, не знаю у кого, мы, возможно, у тебя. Дверь закрыта. Но тут светло, глянь, как хорошо. Ой, нифига себе. Что звонит? Женщина, вы прекрасны. Вот и ничего не особо. Так, ладно. Где звонит-то? Тут? Что здесь произошло? Ща возьму, погоди, мужик. Или кто там, баба, мужик, подождет. Я смотрю тут все внимательно. Да что ж с тобой такое, давай. Приди в себя, ты ебать, налево. Good afternoon, Caitlin. Welcome to BE Technologies AI Facility Aid. О, наконец-таки отошла. Сфера. Where is this place? Question acknowledged. Your current location is...
хочу эти сферы. Кусочек сферы, скажем так. How is that possible? I run this facility. Question acknowledged. Your statement is incorrect. The current administrator is Xander Montgomery. My father? Чувствуем отцом-то. No. That's not possible. Someone mentioned earlier. But he's... Do you have a question? Is my father dead? Убит твой отец, да ладно. No. Xander Montgomery faked his death on December 19th, 1990. Following this, he retreated into sector classified. You do not have the necessary clearance to be in this sector. Great. Let me guess. Now that I'm here, you won't be of any help to me. Question acknowledged. You are correct. I'm sorry, Caitlin. Sure you are. Ничего не понял, но там одно только понял, что, походу, отец нашей главной героини умер. Фига себе. Поворотик. Только она как-то отреагировала с пофигизмом. Типа, а, ну, нормально. Я пойду дальше. Ты чего такие огромные? Где я вообще нахожусь? Что это за место? Опять я вернулся в эти локации, блин. Чё тут у нас? Ничего, а нахрена так вот в эту дверь сделали это рабочий? Если тут ничего нету. Я вообще не понимаю вас. Так, тут. Так, в основном, да, тут все, конечно, двери закрыты. Вот эту можно открыть еще. Ё-моё, ты сколько тут дверей, а? Пойдём в ту, пока вернемся, пока это открывается. Чё тут? Ну, хоть масло бы дали. А, там послушать можно, вот чё. Чем-то болен этот мужик, который сейчас говорит. Все, балаболил. Можем идти теперь дальше. Так, тут что? Ни хрена тут нету. А что это вот это за разветвление? Я не помню. Понял. Теперь вспомнил. Покидаем эту локацию. I shouldn't leave without that orb shard. It could come in handy. Не так уж все просто. Почему-то наша главная героиня не хочет пока что отсюда уходить. Что-то мы, значит, не взяли. Или не открыли какую-то дверь. Еще посмотрим. Так, пришли мы.
отсюда. А тут, значит, где-то... Не могу ничего открыть. И почему ты не хочешь идти-то? Что-то, значит, пропустил я. Какую-то дверь я открыл. И в какой-то вот комнате что-то пропустил. Может, еще одна карточка где-то лежит? А я ее не заметил. Не знаю, не знаю. Чуть ничего не вижу. Но сюда нельзя использовать. Это явно. Что ж я пропустил-то, ё-моё? Ну-ка посмотрим, что здесь. Тут ничего нету. Ну, попробуем еще раз пройти туда. Если она скажет сейчас, не пойду, значит... I shouldn't leave without that orb shop. Может, мы закрыть, наоборот, должны? Нет, нате сферу. Could come in handy. Пошли. Не хочет она идти. Ладно, тогда закончим здесь на этом серию. Скорее всего, кстати, вот я сейчас подумал, надо, наверное, вернуться в ту комнату и с нами свяжутся опять по компьютеру, где мы должны поболтать вновь. Возможно, и такое. А пока что, надеюсь, вам понравилась эта серия. Ждите продолжения, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи. Всем пока.